Хай, народ! Сегодня нам пришла уже третья посылка. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что у нас внутри. Конечно, я предполагаю, что там брюки. Но кто знает, возможно и мальчика, возможно и кепочка. Бабская, естественно, мужская. Сейчас мы определимся. Посмотрим. Как обычно, все отлично упаковано. Достанем и посмотрим, что у нас тут за такая огромная прелесть. Кулечек закрыт. Все, мы его откроем. И глянем, что там у нас пришло. Ого! Как я только тронул эту вещь, я понял, что это самый настоящий чистый хлопок. Вещь просто отличная. Но вид мы сейчас заценим, конечно. Ну, я так и предполагал, это женская жакеточка. Женская жакеточка. Хочу сразу подчеркнуть, что качество у нее отличное. И при всем при этом она может растягиваться. То есть, если вам размерочка не подойдет, несмотря на то, что у нее рукава, например, такие тоненькие, они могут у нас растягиваться. Они очень эластичные. Очень гладкая, приятная на ощупь. Телу, я думаю, будет комфортно. Еще раз давайте покажем, во-первых, ее задницу. Вот такая вот она у нас. Вот. Ну, такая она как бы округленная, как прям этот, как морская рыбка. Вот. И тут у нас имеется вот так вот все внутри. Вот так. Вот такая неплохая кофточка. И по цене она, конечно, сопутствует. Сопутствует по цене. Все очень выгодно. Спасибо продавцу. Товар очень быстро пришел, практически за 2 недели. Все дошло, герметично упаковано. Ссылочка будет в описании.